Борьба за бронзу. Елбаскин Артур, Республика Бурятия. Кандидат мастера спорта. Представляет команду Республиканской спортивной школы Олимпийского резерва. Постоянно тренируется под руководством Дмитрия Балдаева. Уроженец Ольховского района. Синим трико Валерий Манхароев представляет команду Иркутской области. Потянись. Уроженец села Бельчин Осинского района. Захват хороший захват. Хороший захват возьми. Ему 21 год, кандидат в мастера спорта. Давай. Еще, Стас. Табло. Еще, Артур. Ниже стойку, не расслабляйся. Артурик, еще раз надо. Не жди. Сам работай. Еще раз. Стойку ниже. Только ниже. Там пройди. Артурик, стоять начал. Ну, пошел с вилами. Вот так. Еще. Пять. Ногу лови, ногу. Еще. Рук. Ну, чуть-чуть. Кинься, кидайся. Кинься. Кинешься его. Дергай, просто так что стоит. Выше, Костя. Вот, еще. И вперед. Пойдешь, вот тот момент. Провали его, Астурик. Вот так, все. Хват. Ноги не отпускай, ноги. Ноги держи. Не собирай. Попробуй. Хорош, сохрани. Надо подать. Все. Не надо. Стой.
Победа держал Манхуровой Валерий Иркутской области.